Берингия — это не просто гонка или соревнование, это настоящее культурное событие для Камчатского края. И каюры много лет доставляют в отдаленные поселки не просто товары или продукты, но и последние новости. В свою очередь, жители поселков радушно принимают каюров, готовят им концерты. Наш север живет Берингии. Я считаю, что здорово, что у наших жителей поселков есть возможность поучаствовать в конкурсе «Народный ведущий». Я уже сделала свой выбор и приглашаю вас проголосовать на сайте за своего народного ведущего.